Всем привет! Это мы опять. И сегодня мы смотрим The Elder Scrolls Somerset. Новая история? Да, наверное. Подскажите, если мы не с того начали, подскажите, что смотреть следующее. А пока что мы смотрим. Смотрим? Смотрим. 18+. You carry an aura of confusion and despair. Tell this one. What did you see? I saw a familiar place, covered in strange shadows. Shadows that are in plain view, yet hidden, waiting to pounce on fear. Crawling silently among us. Releasing poisons of deceit and hatred. For purity. Shadows that soar and grow in power. As chaos unfolds and consumes the world. How did this vision of yours end? I died. All was lost. The worst nightmares haunt us where we feel safest. At home. At last. Картинка для моих глаз. Очень красиво. Красиво. Я, кстати, поиграл, реально. Мы просто не смотрим то, во что бы мы ни играли. Ну да. По крайней мере, Deus Guy. Какие существа там красивые. Там какой-то пес такой был, видел, волосатый с синими глазами. Там какой-то чувак с воронами, а у другого паучьими лапами такой. Да, опять много персонажей. Красивый, кстати, котик, да? Теперь катан тут. Вот он точно кот. Ну... Не поспоришь. Play on PlayStation. Она была похожа чем-то на эту эльфийку из Хоббита. Да, согласен. И у котика акцент такой смешной был. Прикольные чуваки в масках пришли, да? У них такая маска рогатая. И так его странно убил. Сначала типа повалил, а потом так... Какой-то паукан. Не зря он там ползал, паукан, кстати. Вот его тоже такие были штуки, там что-то такое. Так там все, что хочешь. 18+. Что там в этой игре происходит, а?
кишки наружу, да? Да, Blizzard у них у всех 12+, кроме Diablo. Угу. И топ Diablo 16. Все остальные, которые мы смотрели, они с 18. Что, скучненькие у нас сегодня трейлеры? Да, скучненькие трейлеры. Скучненькая у нас сегодня реакция. Скучная жизнь. Скучный ты. Нам понравилось, как всегда. Elder Scrolls рулит. Все, спасибо за просмотр. Всем пока. Пока.